Оказаться под завалами собственного дома боятся 20 семей Канска. В новогодние праздники в одном из общежитий обрушилась часть несущей стены. Санитарную комнату просто засыпало кирпичами. Жильцы говорят, когда это произошло, в помещении, к счастью, никого не было. Люди боятся, что ветхие перегородки могут обвалиться еще сильнее. К тому же несколько семей остались без элементарных бытовых удобств. В любой момент может рухнуть, а если люди будут спать, а ну даже днем, и все, люди под завалами, получается, останутся. Как жить, не знаю. Сейчас детей никак не помыть, у меня в школу ходит ребенок, другой тоже в подготовительную, другой в садик. Не помыть их, ничего, вот дома как-то мучаемся. В управляющей компании, которая обслуживает дом, ситуацию пока не комментируют. Известно, что 2 года назад, когда трещины на стене только появились, жилищники проводили ремонт. Здание 65-го года постройки не является аварийным и стоит в плане капитального ремонта на 2020 год. Там планируют заменить инженерные сети. Между тем, в мэрии Канска посоветовали людям срочно собирать пакет документов, чтобы признать объект непригодным для проживания.